Дорогие братья и сестры, с праздником вас, со старым Новым годом, с днем памяти святителя Василия Великого, одного из величайших учителей Церкви Христовой, и, конечно, желаю, чтобы Господь все наши желания в следующем году исполнил, если они совпадают с промыслом Божьим, потому что не все наши желания совпадают, и поэтому они не выполняются в спасении нашей души. Нам кажется, что это хорошо, это правильно, но, к сожалению, не спасительно. Поэтому, конечно, все равно хочется, чтобы Господь слышал нас побольше, чтобы мы поменьше болели, чтобы мы стали немножко духовно богаче и материально тоже побогаче, желательно. И чтобы Господь подарил нам здоровье, дай Бог, желаю от всей души своей, как священник. И предлагаю, конечно, молитвочку «Отче наш спеть». Сможем мы, да, спеть, чтобы благословить ваш стол праздничный? «Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое». Наши тела, 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 наши
Я со своей дочкой пришла в воскресную школу, когда ей еще было 10 лет. Ни разу об этом не пожалела, потому что моему ребенку здесь было уютно, хорошо. Здесь приветливо принимали. Она узнала про Бога многое. Ей было не скучно приходить на занятия. Были хорошие педагоги, которые вели и Слово Божье, и физкультуру, и пение. И все это вдохновляло наших детей быть поспокойнее, не так бояться своих болезней. И мы благодарны сестричеству, что вот эти многие годы, они нас всегда приглашают, они нас не забывают. На все праздники приглашают. Мы очень благодарны. Они добрые, хорошие люди, приветливые. Всегда с радостью нас ожидают. И мы с радостью сюда приходим. Низкий поклон и отцу Игорю за все, что он делает для наших детей. Thank you.
Я хочу сказать, что мы ходим в сестричество уже давно. Мы пришли сюда, вот когда было Катьке меня 12 лет, а сейчас мы уже выросли, и нам уже 33 года. И сестричество о нас заботится, всегда приглашает нас на праздники. Нам было здесь всегда хорошо, тепло встречают, накрывают и столы нам, и вообще вот и праздники, и концерты делают. Ну, не знаю, мы очень довольны сестричеством своим. Я вас кучки. Скрипать тоже не нужно, и никак не ворот. Покажите, кто же ручки сегодня, никак не получается. Thank you.
душа зашиты свечи, говорит я в этот вечер только добрые слова. Светлый праздник Рождества, вспомним все, о чем мечтали, и оставим все печали. Светлый праздник Рождества. В вашем сердце надолго поселится радость и благодарность за это божественный дар. Сказочный темный лес, звездная пыль с небес, праздник Рождества. Светлый праздник Рождества, не спеша зажгите свечи, говорит я в этот вечер только добрые слова. Светлый праздник Рождества, вспомни все, о чем мечтали, и оставим все печали. Светлый праздник Рождества. Thank you.
лет. Мы дружим с Тамарой Карловной. И я со своими учениками прихожу на концерты сюда после каждого Рождества и после каждой Пасхи. Мы поздравляем всех сестер, всех детей-инвалидов, которые присмотрены сестричеством, о которых сестричество заботится, устраивая для них праздники. И мы тоже стараемся, конечно, играть, красивые программы приносим. Меняемся подарками. Уже дети-инвалиды стали некоторые взрослыми барышнями. Мы тоже дружим, рассказываем друг другу о своей жизни во время наших встреч. Мы, конечно, их любим, молимся за них, и они за нас молятся. И очень-очень помогают нашим детям своими молитвами, потому что у меня учатся и больные дети в том числе. Маленькая девочка Аннушка Дорофеева, она инвалид первой группы, чудесно играет на скрипочке, лауреат международного конкурса. До нее занимались девочки тоже больные, у кого-то в семье какие-то неполадки. И сестры так усердно молятся за нас, что все вот эти проблемы, все наши сложности, они уходят постепенно. И девочки мои прекрасно устраиваются в жизни. Успешные скрипачки, успешно выходят замуж, успешно родят деток. И мы поддерживаем отношения, мы все дружим. И сестрам огромное спасибо за то, что они нас так лелеют в душе своей. Лелеют, защищают нас и просят Господа милости и для нас тоже. Thank you.
получили? Да? Никого не позабыли? Ох, у нарядной елки пела детвора. Но пора прощаться. С вами мне пришла. Позади все игры. Отзвучал ваш смех. С Новым годом, дети! Поздравляю всех! На протяжении уже более 25 лет наше сестричество, кроме основного нашего послушания, то есть посещения больных, инвалидов, престарелых, мы ведем работу с детьми-инвалидами и с многодетными семьями. Для них мы организовали школу, где катехизические занятия проводили, ну и немножко такие более теплые были у нас отношения. По-домашнему мы пили чай, беседовали, они постепенно воцерковлялись. И с самого почти начала нашей деятельности мы стали организовывать праздники для них на Рождество и на Пасху. Вот по этой нашей старой традиции сегодня мы также отпраздновали этот веселый праздник Рождества Христова. Ну, все дети, конечно, очень довольны, все проводили хороводы с Дедом Морозом, получили подарки. Ну, по-моему, все довольны и счастливы. Ну, и мы также счастливы вместе с ними.